А всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами Турбо Ёжик, и мы продолжаем проходить в Far Cry 4. Итак, миссию хочу взять за балла. Давайте прилетим, уже знакомое нам место, и вот он стоит здесь. Обожаю. Здорово, собальчик. Ой, лопастью задело даже. От винтокрыла. Клянусь тебе, мы проведем обряд. Ты станешь Тарун Матарой. Тарун Матарой? Скоро мы обретем свободу. Ой. Здорово. Конитюва. Брат, ты хотел меня видеть. Спасибо тебе. Все наши успехи. Твоя заслуга. Обещаю, я не забуду сына Махана, когда все закончится. Он гордился бы. Слушай. Золотому пути нужен один вождь. Амита неуправляема. Брат, оглянись. Вот что нужно Кирату. Стабильность, традиции, честь. Но она сомневается в каждом моем шаге. Артиллерия! Опа! Аджай, Уткар, что за хрень? Вперед! Вперед, ладно, иду вперед. Город под обстрелом. А, доберитесь до Уткарша быстрее. А, быстрее так быстрее, у меня есть даже вертолет здесь. Маленький, правда, но зато свой. Вперед. Понеслась. Где этот туркаш у нас там находится? Телепортироваться туда? Не, не могу. Все, полетели так тогда. Быстрее. Там артиллерия долбит по этому городу. Мне нужно быстрее до туда добраться. Нет ничего быстрее, чем полет на этом велтокриле. Отвалите, мужики, у меня задание. Значит, у нас сейчас Сабал возглавляет золотой путь. Он командир. Амит уже не при делах, похоже. Очень интересно. Если бы мы больше миссий выполнили за Амиту, скорее всего, возглавлял золотой путь именно она. Но я все-таки выбрал за Сабала. И летим. Осталось нам пройти еще половина. Подкрепление. Черт, нихера тут везде обстрелы. Охренеть. Вау, что-то взорвалось даже. Быстрее, 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 быстрее. Летим, 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 летим. Выше, 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 выше. Выше, мать твою. Черт. Слишком высоко. Почти добрались. Воу-воу-воу, вот это херачит. Вот это долбит. Ну что, долетели мы? Да. Ух, нихера себе. Глядите, что происходит. Мне нужны люди, чтобы атаковать пушки, обстреливающие Уткарш. Вниз, 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 вниз. Да вниз спускайся. Вниз спускайся. Вниз спускайся. Поищите выживших. Быстрее, 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 быстрее. Да вниз ты, тупой индюк. Так, стоп. Парашют. Парашют. Парашют, твою мать. Да, почему-то парашют не сработал. Ладно, поищите выживших. Погнали. Нормально. Рожденный ползать, летать не может. Чё за терки? Эй, мужики. Получили, да? Боеприпасы. Нормально. Выжившие есть, выжившие здесь? Эй! Пожар, пожар! Пожар, пожар! Знаю я, что пожар. Ну и куда мне зайти? Ага. Помогите! Солдаты Пейгана идут! Они нас всех перебьют! Не волнуйтесь, сидите и не высовывайтесь. И как мне их освободить? А подготовьте оборону. Ух ты, здесь базука есть, если чё, да? Сабал послал нас на защиту Уткарша. Да пусть. И как мне подготовить? Они идут с востока! Понятно, понятно. Я пока пособираю ваши запасы. Атака с востока! У меня будет денежка. С востока, понял. Иду. Так, что там красно подсвечивается? Подкрепление. Ага, боеприпасы, да? А приближаются еще солдаты. Защитите дом. Постараюсь. Ну и где они, никого не вижу. Ага! Понеслась. Но лучше, конечно, их поближе подпустить. Нихера их там. Подохни. Поближе, поближе роднули. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Класс пушка. Не зря я ее купил. Моя самая любимая пушка. Есть. Перезарядка. Перезарядимся пока что. РПГ, если что здесь есть. Ну... Ждем еще. Где вы, ребята? Заходите. Еще иду. А, я вас жду. Welcome, мать вашу. Стреляют, стреляют, это я стреляю.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие злые дядьки. Идите сюда. Ты просто еще дядька. Ты просто еще. Да, я просто еще. И вас я еще раз шлепну. Эх, раз, да еще раз. Прям в башку попал. Вот это ежик. Ловелас. Бронированного стреляю. Подохни, паскуда. Нихера он дохнуть не хочет. Нихера он не подох. Черт. Черт. Ты сдохнешь или нет сегодня? Давай, кто кого. Подох, мразина. Так, мне нужно боезапас пополнить. Бежим. Опа, вот он. Сейчас будет удар. Отжай, в укрытие. Ладно, бегу. В укрытие, артиллерия. Бегу. Опа, закатился. Это что такое валяется? Фонарик какой-то. Артиллерия, в укрытие. Ух ты, черт. Мины? У меня мины не нужны, перебито. Ни хрена себе, вот это долго. Воу. Одна взорвалась прямо возле меня. Все? Все, вроде можно выходить. Сохранились. Такс, я готов. Патрошки бы еще взять, конечно. Одну позицию уничтожили. Осталось еще две. Сейчас будет новый удар. Готовься. Сейчас тут патроны возьму. Они перегруппируют. Вот так вот. Подготовьте оборону. Да я готов уже давно. Собрал боеприпасики. Можно пока полутать его. С востока? А раньше откуда была? Не с востока. О, можно плакатик пока сорвать. Хоп. Атака с востока! Да готов, я готов уже давно. Отсюда что ли или нет? Бойцы сюда прибежали. Или вот отсюда? Ага, вон они. Приближаются еще солдаты. Погнали. Будем держать оборону. Ага. Эй-эй-эй-эй, кто ж так долбит-то? Негодяя. Ух ты, сразу котятки попались втроем. Ху-ху-ху-ху, пачкой положил. Нехер сюда идти. Здесь еж на обороне сидит. Хера тут трупаков. О, мне это нравится. Так, бронированный. Я с тобой разберусь другим способом. Лови. Черт, мимо. Готов? Вот так вот. Ты паскуда. Не взрывается. Он бронебойный, что ли? Готово. Перезарядка. Ух ты, хера себе здесь народу. Тихо. Есть. Проспал что-то. И сдохни, солдат Пейгана. А ты куда спрятался? Эй. Вот он. А этого с ножа давно не валили никого. Вот так вот. Быстрое убийство. Опа. Шкатулочка. Сзади. Вижу. Ух ты. Раз, два. Да, быстро. О-о-о-о. Охрененный пулемет. Вертушка. Похоже, что вертушка. Пополнен боезапасы. Ух, нихера себе. Тише. Валим. Где моя суперпушка? Дай сюда. Вот так вот. Да, родная. Сейчас будет удар. Быстрее, в укрытие. Какой удар? А, понял. Прячемся. Прячусь. Вот, вижу. Все, внизу. Готово. Пожар. Здесь нормально, запасы. Хорошо, ух ты. Это было близко. Нихера, вот это долбят. Сохранились. Так, уже было две атаки, да? Если я не ошибаюсь. Вторая позиция разбита. Осталась одна. Мы их не найдем, пока пушки не нанесут удар по Уткаршу. Будь готов. Всегда готов. Как Гагарин и Титов. Подкрепление. Ну, пока идите, я пока чувачку полутаю. Нихера тут трупаков валяется, смотрите. Все в красном. Не хочу я пушку твою. Мне нужно просто обыскать. Подготовьте Запад! Оборону. Атака с запада! Ладно. Да отдайте мне пушку. Текс. Бабусики идут. Перезарядимся пока что.
Давай есть. Ну чё, мальчишики, мальчиши. Ваш лут теперь мой лут. Вот так вот. Ладно, хорош. Мародёрством заниматься, погнали. Атаку отражать. Где они? Вон они. Мужики, вы не туда смотрите. Вон они. У-у-у-у. Рефрижератор. Есть. Ух ты, бронированный. Ух ты, херал взорвался. Выстрел в голову. Огонь не прекращать. Они идут с востока. Я понял. Нормально, 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 нормально. Есть. Кто меня хочет обойти? Кто меня хочет обойти? Иди-ка сюда, родной. Вот так вот. Быстрое убийство. Перезарядка. А, еще не все. Еще не все. Дай-ка мне боеприпасов. Оп, опустошил уже все. Больше нету там снарядов. Есть. Это что, рухнул? Стена, что ли? Кусок стены упал. Как вас много, слушайте. Север! Они идут с севера! Да вижу, я вижу. Надо баллон этому взорвать. Сейчас я его вырублю с помощью своей суперпушки. На тебе. Гори, гори. Моя звезда, вот так вот. Ух, нихера себе, вот этого подлетел. Нормально. Гранаты мне не нужны. Еще один. Черт. Подпалили вы меня. Сейчас там боеприпасы взорвутся. Осторожно. Ух ты, черт. Ладно, пока того оставим. Сейчас солдатами надо проблему решить. Стой, паскуда. Откуда? Вижу. Тупой ублюдок. Еще один. Вот черт. Вот черт. Что-то меня поджали прям. Что-то поджали. Перезарядочка. Быстрее, 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 быстрее. Перезарядка. Есть. Вот он. Морозина, иди-ка сюда. На-ка. На-ка. Ух ты. Не понял. Что это было? Неужели я стоял возле боеприпасов, а они взорвались? Не может этого быть. Какого? Эй! Что за дела? Вторая позиция разбита. Осталась одна. Мы их не найдем, пока пушки не нанесут удар по Уткаршу. Будь готов. Охеренно, походу меня взорвали. Подготовьте оборону, или я сам себя взорвал. Да уж. Ладно. Ничего, осталась еще одна волна атаки. Сейчас мы ее с вами отразим. Проспал я что-то, нас окружили со всех сторон. Атака с запада! Иду. Уже иду. Здесь боеприпасы есть? Есть. Полный. Вон они. Первая волна идет вот отсюда вот. Их нужно ждать именно вот здесь. Вон они. Так, решаем проблему по-быстрому. С этими парнями. Так, отлично. Пачкой, пачкой. Кто возьмет билет в пачку, тот получит водокачку. Готово. Тише, 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 браток, у меня перезарядка долгая. Ты на меня не нападай, когда я перезаряжаюсь. Ах ты мразь! Нихера он меня! Они идут с востока! Вижу. Что с востока? Так, здесь вопрос решен. Перезаряжаемся. И валим в другую сторону. Боеприпасы. Дай запас, запас есть. Разворачиваемся и бежим назад сразу. Быстро, 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 быстро. Быстро, я сказал. Нихера себе. Может быть, меня такой штукой тогда взорвали? Может быть, я сам себя взорвал? Так и не понял. Нужно будет потом глянуть. Север! Они идут с севера! Да вижу я. Вот этот мудак, который улетел у нас, помните? Вот так вот. Есть, нужно по баллону стрелять. Еще один идет. Вон он. Сейчас взорвется. Готово. Перезарядка. Быстро, 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 быстро все надо делать. Фух. Вроде все или нет еще? Опа. Нападают. Быстро, быстро разворачиваемся и бежим в другую сторону. Черт, атака происходит у них с трех сторон, получается. Ну как ты хрена делал? Я защищаю вас. Вы чё? Ой, опять этот. Взорвись, морозина.
сейчас рванет. Быстрее, в укрытие! А, в укрытие, ладно. Я прячусь в укрытие. Быстро, 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 быстро. Там солдаты их не еще остались. Фух. Сейчас они взорвут сами своих солдат. Давай, давай, атака быстрее. Ух ты, видели? Взорвали. Больше их нет на карте. Нормально. Нормально. Долго будет еще эта артиллерия? Тут уже третья волна вроде была. Кажется, что все. Да, выходим. Есть! Последняя батарея уничтожена. Все чисто. Уткарш в безопасности. То, что осталось. Главное, чтоб Хадра цела. Пока она жива, у людей будет надежда, брат. Нужно показать всем, что жертвы не были напрасны. И как мне это показать? В укрытии задание выполнено. Ну куда нам дальше идти? Показать, что жертва была не напрасной. Намасте. Намасте, чувак, тебе тоже. Блин, боеприпасы взорвали. А, миссия Сабал появилась, кстати. Похоже, я броник взял. Так, да, есть. Вот так вот. И давайте посмотрим, где у нас миссия Сабала. Она уже в другом месте. Здесь антенка есть, можно будет антенну активировать. Ну что, сейчас тогда туда. Ой, далеко как надо перемещаться. Очень, ух, почти 2500 метров. В общем, встретимся сейчас там. Горный козел. Пойдем, горный козел, покатай меня. Да, встретимся там на месте и возьмем задание Сабала. И вот мы с вами на месте. Посмотрим, что нам скажет Сабал. Ты что это удумал? Это для меня. Мне осталось решить еще одно дело. Амит умрет. Чего? Это зачем? Воля Киры. Охренеть. Только так мы сможем спасти Кират. Он хочет убить Амиту. Сабал, ты чё? Она ничем не лучше Пейгана. Сделай то, что должен. Охренеть. А если бы за Амиту играл, то Сабал нужно было бы убить? Чё-то как-то не вяжется. Что посеешь, то и пожнешь, называется эта миссия. Убейте Амиту. Охренеть. Все серьезно, что ли? Может быть, не нужно ее убивать? Сейчас мы с вами... Стой. Стой, мужик. Ах ты паскуда. Убежал. Где она у нас находится, эта Амита? Вот здесь вот. Нам нужно до нее добраться как-то. У меня нету транспорта. Пешком, что ли, бежать? Или добирайся как хочешь. Активировал я эту вышку, кстати. Или, может быть, давайте попробуем с помощью костюма крыла спуститься. Здесь вроде высоко. А вон и тачка есть. Кстати, да, вот машина есть. Кто бы знал? Трупы оббирают, смотрите, они трупы оббирают. Воу. А может быть действительно нам сейчас с помощью костюма крыла просто улететь туда? Погнали, почему бы нет? О, вперед. Ха-ха, вот так вот сейчас мы с вами долетим. Конечно, не до конца, но какое-то расстояние все-таки преодолеем. Ой-ой-ой, нужно рулить в сторону моста, там мост. Нам нужно вот сюда вот. Вижу. Сюда очень долго добирался, черт. Теперь опять назад идти. Тихо-тихо-тихо-тихо, мостик. Парашют! Раскрываем. Есть! Ну слушайте, нормально мы. Ой. Ой-ой-ой. Мужик. Подохни. Я его режу. Готово. Ой-ой-ой-ой, немножко поджег меня. Отстань. Фух. Ой-ой-ой-ой, тут везде. Везде солдаты. Тачка есть. Мне нужно наверх. Не, тачку брать не буду. Сейчас мы с вами здесь заберемся прям по горе. Я думаю, у нас все получится. Давай, давай, быстрее, 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 пока солдат не засекли. Охренеть, я этого чувака бронированного порезал мачете быстрее, чем если стрелял бы в него. И нам нужно наверх. Да. Я почти вижу, а Пейган, Пейган. Ты хмуришься. Чего тебе, Пейган? Ну, что за тон? Звоню узнать, как ты там без меня. Слышал, у вас там вспыхнула небольшая ссора. Должно быть нелегко быть в эпицентре. Выбор — это всегда трудно. Поверь, я через это проходил не раз. К нашей с тобой вящей пользе.
Например, Дюма. Чтобы преподнести ее тебе, мне пришлось на телевидение идти. А я его ненавижу, то ли дело радио. Но тебе... О, тебе повезло. Конечно, ты занят. Надо всюду успеть и везде разобраться с дерьмом. Не мешаю. Но не забудь. Выбор влечет последствия. Убейте людей, Амиты. Охренеть, может быть, не стоит их убивать вообще? Или все-таки стоит? Задание было убейте людей. Ты труп, предатель! Это бабы. Почему давай, предатель? Я не предатель, мужик. Черт, у меня карма убавляется. Черт, 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 нахер я эту пипку взял. Сейчас его обойду просто-напросто сзади. Есть. Тебя убить. Да куда ты? Стой ты. Вот так вот. Готово. А убейте Амиту. Охренеть. Девчушка. Используем, открываем. Сюрприз. Вот она. Ну, привет. Ты? Он прислал за мной тебя? Я ждала этого, но ты? А кому еще хватит духу? Тоже верно. Сабал находит оправдание в слепой вере в традиции, а ты? Покорно идешь за ним, как и прочие глупцы? А ведь я и впрямь поверила в то, что ты хочешь лишь исполнить последнее желание матери. Ну давай, сын Махана, спаситель Кирата, выполни приказ, спусти курок. Это же воля Киры, да? А, нет, я не хочу ее убивать. Может быть, не стрелять? Не выстрелил. Как ты добр, Аджай. Знай, ты пощадил меня, но погубил Кират. Почему это? Какого хера? Блин, это терки между вами обоими просто напрягают до ужаса. Сами это и покончено. Что же, не мне судить ее, брат. Это сделают боги. А тебе предстоит убить диктатора и закончить войну. Вау. Предстоит убить диктатора и закончить войну. Посмотрим, что у нас там дальше. Ух ты, задание Золотого Пути. Выполняйте задание для Золотого Пути. Ох, нихера, стоп, куда я полетел? Стой, 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 нихера. Вот это я, долбанный Джеймс Бонд. Опустить трос. Нам что, нам нужно назад возвращаться? И, скорее всего, мы с вами скоро, очень скоро пройдем эту игру. Охренеть просто. Даже не верится как-то. И нам нужно дойти до задания Золотого Пути. Вот сюда вот нужно нам попасть. Легче, конечно, телепортироваться сначала в дом, а потом только туда бежать. Посмотрим сейчас. В принципе, наверное, дайте я продам, что у меня есть. Новое оружие продать. Да, вот так вот. И выходим. Готово. Так, и скорее всего мы будем выполнять это задание в следующей части, потому что, скорее всего, скоро будет конец. Да, как ни печально, но здесь очень много миссий осталось. Я еще карту не до конца открыл. Открыл только 12 вышек из 17. Осталось еще вот здесь вот пооткрывать немножко. Ну и в принципе все. Так что пока что на этом все. Все-таки Амиту мы с вами не убили. Дали ей возможность уйти. Это можно было. Можно было ее застрелить, но я все-таки не стал в нее стрелять, он такая симпатулька, не хочу ее валить. Так что пока что на этом все. Привет всем из Кирата. С вами был Турбо Ёжик. Не забывайте ставить лайки, поддерживать, как всегда, прохождение Far Cry 4. И, как я и сказал, скоро мы его уже пройдем. На этом все. Пока.